Двойной праздник. 25 января ежегодно принимают поздравления российские студенты и Татьяны. Об одной из Татьян студентки расскажем далее. У Тани Масловой сейчас один из самых ярких периодов ее жизни. Ведь именно в студенчестве ты делаешь первые шаги в самостоятельную жизнь. Студенческая жизнь проходит у меня, конечно, ярко и насыщенно. Занимаюсь я, помимо учебы, в спортзал хожу. Вот, так на права сдаю сейчас. Татьяна Маслова учится в Ненецком аграрно-экономическом техникуме имени Волкова по специальности «Операционная деятельность в логистике». Уже в июне этого года девушка выйдет из стен учебного заведения дипломированным специалистом. Бывает трудно, но когда трудно, преподаватели все объясняют, поэтому, нравится. 25 января – один из любимых дней в календаре. В этот день всегда много поздравлений и приятных слов. Больше чувствую день Татьяны, потому что все так поздравляют, как будто это второй твой день рождения. Просто дома с родственниками посижу. И все. Телеканал «Север» также присоединяется к поздравлениям всех студентов и Татьян Ненецкого округа. Кадрина Тайбарей, Леонид Шишелов, телеканал «Север».